такая вот ванночка-машинка. Колесики крутятся. Внутри есть вот такая вот горка, чтобы ложить купать малыша. Она на присосках. Вот они, присосочки. То есть, если вам удобно, вы поставили, и она будет крепко держаться. Если нужно, убрали. Сама по себе ванночка широкая. На 50 литров. Тут у нас есть слив. Вам не обязательно поднимать ванночку, просто открывается слив и сливается вода.